групповые занятия. Наши тренеры. Модный тренд. Могут там по 200, по 300 человек одновременно держать, публику прям держать в своих руках. Или инструмент мотивации. Потому что идет быстрое переключение. Да, да. Выйти из зоны комфорта. Они начинают подходить, спрашивать, а что-то у вас здесь было, а я тоже сюда хочу. Чтобы внутренний стержень стал крепким, как броня. Когда человек видит, как весело там это происходит, ну, конечно же, люди начинают двигаться туда ближе. «Свои люди» только на телеканале «Точка отрыва».